На реке Тигр в центре Багдада затонул плавучий ресторан. На борту заведения находились примерно 80 человек. Есть информация о 15 погибших. Уже известна причина инцидента. Ей стала переполненность судна. Ресторан был самым популярным в городе. На месте крушения до сих пор работают спасатели. Полиция и добровольцы помогают пострадавшим. Добавлю, трагедия произошла в столичном городе Эль-Карадо.